Меня позвали на одно информационное агентство, на предновогоднюю гулянку. Там такие, ну, мы, говорит, оппозиционные, ну, оппозиционные, знаешь, как бы так, для, ну, надо было прийти из информационных свежих. И там такие, оппозиции, либералы, как забили, знаешь. Почему-то про эту песню как это? Зайцы косили траву, там пиво, да, ну жуть какая-то. Мы там что же, куда попали? Пришлось там показать пару номеров про героя рабочего класса. Но есть тогда и. Ну, тоже немножко экстремизма. Я вообще анархосиндикалист. Но анархосиндикалистских песен как-то нету, не знаю. Поэтому более экстремистские. Отдан приказ ему на запад и в другую сторону. Уходили добровольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, и если раны небольшой. А еще тебя желаю, дорогой товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. А куда же напишу я, а как я твой узнаю путь? Все равно сказала тихо, а напиши куда-нибудь. Уходили добровольцы, добровольцы, кто-то там на гражданскую войну. Не надо нам больше войн, засунь себе свои службы, ракеты в одно место. Миру мир, миру, 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 мир, миру, мир, миру, мир, миру, миру, мир, миру, мир, миру, мир, мир. Конечно, мир. И всех Нового года выступающих. Ну, это был полный экстаз. Я закрою, не могу. Да. Миру мир, правда? Миру мир. Миру мир. Ты не допел, как правильно было. Какую? Какую? Забыл слова, которые последние, потом на миру мир пришел. Почему? Почему? Ходили кто-то добровольцы, гражданскую войну, да, и все. А потом на миру мир, а он и закончил. Почему? Миру мир, миру мир, миру мир. Ну там типа проигрыш время. Ну да, да, да. Там проигрыш, он еще должен был сбить слова. Не надо. Здесь нет большого оркестра. Вопрос, если в оркестре был. Некогда развивать песню, но надо. Ну да, 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 да. Я верю. Нет, музыкальный критик мы должны. Правильно, не, учитывая. Нет, учитывая.
подпевала? Подпевала, потанцовывала. Подпевала, потанцовывала. Я вообще подпевала. Единственная. Единственная. Да. Я единственная. Молодец. Молодец. Тогда зачем? Да. А где наш этот рок-н-ролл? Ушел, что ли? Рок-н-ролл, ты можно еще немножечко рок-н-ролл? А? Ну, сейчас мы не поменяем. Владимир Аргенович, вы, кстати, пожалуйста, струны рвутся еще. Аргенович. Все, лоскуты. Лоскуты уже пошли. Новый год уже. Все. Ну можно здесь пока мне не отсюда. Через пять. А, сети еще, так чудесное время. Какие кричи? Раз, ты упорвал, вот уже дорыло 5 этажей у нас. Это мне понравилось в фильме «Последний про пиратов Карибского моря». Идет по тюряге по какой-то по коридору, идет этот Джонни Депп, слышит песенка такая, что-то «Мэгги, Мэг», там что-то такое, как бы такая народная пиратская песня. Он такой: «Папа!» Заходит, а там другой человек говорит: «Дядя Пол, силы мои». Не видел? Ну, Кейт Ричардс играет папу. Да. А там пиратская песня старинная. Бигги Мэй, там что-то такое. Папа. А там другой человек. Дядя Пол. По просьбе нашего товарища, да, художника Кузнецова, поем быстрый танец. Белая пицца.
Два раза быстрее. Два раза моложе.